Всем привет, с вами Ранор, и прекраснейшего вам настроения. Сейчас я получил награду защитник природы за то, что предотвратил вторую катастрофу. И да, не за что. Поторгуемся? Отлично. Где же наш лазер? Нам дали более точный лазер. Мини-импульс. А что из них лучше? Наверное, вот этот лазер лучше, да? Или протонную ракету тоже лучше. Ладно, продадим большое количество желтой пряности. И, в принципе, у меня хватает на протонную ракету. Это, наверное... Вот видите, она сама просто улучшилась, да и все. А на лазер пока не хватает. Ну, возьмем пока между делом тогда мини-импульс. А что делать? Все, этим ребятам говорим до свидания. Так, и летим. Летим по своим колониям. У меня всего их три, получается. Да, не так уж я и... особо богат на колонии. Да. Пока я сюда добирался, у нас... пряность поперли, своровали. Ну и ладно. Все, до свидосик. Летим. Что такое? Что еще надо? То есть мне предлагают новую колонию еще организовать. Ну, у нас как раз было... в планах вынести еще одну. Да, говорят, что в центре галактики что-то есть. Как раз была задача разобраться с нехорошими товарищами. Вот у них осталась как раз последняя система. И мы займемся действительно тем, что зачистим. Зачистим систему. От вражеских элементов, от вражеской империи, которая не захотела с нами дружить. И мы направляемся. Направляемся прямо в центр вражеской планеты. С более мощным оружием. Для начала разберемся, конечно же, с врагами. Хорошо уже, на, по 60 бахаем. Что-то мне там сзади попало, да, случайно в зону действия города попал. Нужно крайне осторожным быть на чужой планете. Особенно на столице, это столица явно, потому что видите, сколько городов. Это очень хорошо, потому что приносить этой колонии будет и достаточно большое количество средств. Но производить сейчас будут очень много. Так, что... откуда это мне такая плюха прилетела? От города, что ли? Да, прилетела плюха от города. Что здесь такое еще? Я намереваюсь сейчас не разрушить ни одной, все-таки постараться ни одного города. Просто довести все до состояния захвата. И начнем наше действие с уничтожения башен. Вау! И сразу такая плюха в меня, да? Вообще ништяк. Ху-ху-ху! Нежданчик. Понял. Я еще не готов. Видимо. Возвращайся, возвращайся обратно на планету. Мне сейчас нужно сначала врагов. Иначе эти корабли нам потом не дадут спокойно уйти с орбиты. Поэтому сначала уничтожим взорвавшегося вот этого гада. Все.
Теперь быстро-быстро уходим с орбиты, возвращаемся в ближайшую нашу колонию. Конечно, у них всего лишь красная пряность, с другой стороны. Так. Привет. Ремонт. Пока. Да. Массовым ремонтом, честно говоря, не успеваю я воспользоваться. Да и смысла особо я в нем не вижу. Не думаю, что там прям какие-то глобальные вещи с этого я получу, да? Сразу переключаюсь. Сейчас, секунду, подождите, не спешите. Враги. Так, опять. Как вы быстро отстроились. О, город. Тяжело дается такое, да, дело? Ничего, нужно площадку просто посвободнее выбрать. Все. Разбили. А теперь займемся все-таки городами. Так, слабым зарядом по прямой. И почему не могу слабым зарядом по прямой вот взять и эту башню, например, взять и снять? А башня так не слабо снялась. То есть просто нужно выбрать правильное расстояние, да? Вау! Опять прилетело ко мне. Так. Продолжаем уничтожать башни. Вражеской системы обороны. Уху, ракеты. Да, по наземным целям бахает эта штука не слабо. Так, попробуем использовать ремонт. Вау, я цел и здоров, будто ничего не происходило. Это отлично. Башня снята. Башня снята. Вау, между двух городов влепился я. Или не снята башня? Давай. Так. Планета Таллин, Эстония. Так, я сначала вас загномлю. Все. Уходим на планету. Да. Пока. Да. Уходим. Соседнюю планету как раз нашу спасем. И потом полечимся. Быстро-быстро возвращаемся. И что, я понял, что очень классно, да? А тут не очень так благоприятная обстановка, да? На этой планете. Кто там? А ну идите сюда. Очень неудобно все-таки камера располагается. Приходится ее все время крутить. Фух. Так. Так, все остальное мне не нужно. Так, еще враги остались. Да, еще враги идут. Хорошо. Снесем и вторую волну мы уберем тоже. Все. От врагов больше не осталось и следа. Выходим на связь.
Ремонт. Заряжаемся. Говорим до свидания и возвращаемся. Возвращаемся на атаку. Честно говоря, эту серию вообще, конечно, хотел посвятить сначала перестройке своей колонии. Ну, раз уж такое дело, раз война полным ходом, то нужно сначала действительно показать, отвоевать свое честное имя. А потом уже заняться. Так, спокойненько. Пока можем себе позволить такой вариант. Собираем пряность. Не пряность, а денежку. Спорлинги. Переключаемся опять. Так, и мы начинали разминать вот этот город. Давайте мы немножечко с ним дозавершим обработку его. Так, башен больше нет, кажется. Да, башен больше нет. Мощный импульс несколько даем. По ратуше. Так, все, подошли корабли. Отлично, я вас здесь ждал. Давайте. Уху-ху, опять я вошел в зону действия другого города. И получил Ай-яй. Так, в зоне действия этого города продолжаем это сражение, потому что здесь это безопасный. Безопаснее для меня лично. Ушли. Ушли враги. Все, все корабли сбиты. Так, господа, я не понял. Мне конкретно нужно этот город покорить. Для этого нужно атаковать ратушу. Ах ты гад. Ах ты гад. Подкрался сзади. Жалко, что ремкомплектов у вас с собой нету. Что? Кто здесь? Здесь мои же жители, да? Странно. Но здесь эволюция пошла именно таким же образом. Как-то не особо эффективно все это происходит. Да, как-то слишком долго происходит захват хотя бы данного города. Так, это я уничтожаю что-то другое, это не башня. Вот главная башня, но почему-то я не могу с ней ничего сделать. То есть я и пытаюсь нанести хоть какие-нибудь повреждения, но моя энергия, во-первых, уходит. Да, мне пора уходить. Пора уходить на свою планету, где у меня будет подкрепление. Так, наверное, сразу купим немножечко. Давайте. Так, что мы? Ремкомплектов парочку один купим, точно, наверное. Не знаю, как насчет парочки. И... О! Эх, я слишком... неэкономично, да, поступил? Ладно, купим это. И купим... вот этого. И этого еще раз. Мне кажется, это будет более дешевым средством. Ладно. Давайте еще одну штуку купим. Ладно,
Все. Идем. Угу. Мне дали еще за то, что я много всего напокупал различных типов инструментов. Мы идем опять воевать. Как всегда, выходим опять на орбиту того же самого города. И сначала разбираемся вот с этим вот хламом. Прелестно. Там у нас есть что-то упавшее полезное. Да, денежки. Отлично. Так. Кто-то хотел получить вапку сделать себе, да? Ну, несложно. Уничтожаем следующего. Е-е-е-е-е! Война! Что делать? Продолжаем. Кстати говоря, я что-то заметил, насколько сейчас... Город, то, что я атакую, да, ничего, ему даже не повреждений не наносится. Но он, тем не менее, хотя бы идет на захват. Поэтому продолжаем. Продолжаем усиленно захвачивать город. Меня даже устраивает, что то, что я вижу, происходит, да, что не разрушается сам город. А что захватывается он? Мне это именно и нужно. Очень тяжело, правда, идет захват. Но пока он идет, мы им будем пользоваться. Так, хорошо. Против нас опять вышло подкрепление врага. Уху-ху, уходим от ракет. Да, и давайте, наверное, соседний городок. Ага, у нас как раз батарейка. Немного подпользуем ее. И немножко ремонтный набор. Да, он не полностью ремонтирует, конечно, у нас. Поэтому нужно такими вещами пользоваться по очереди. И вот здесь у нас постоянно город этот мешал нам. Вау! Да, вот таким образом нам мешало. Сейчас нужно подойти и снести у них чего-нибудь нехорошее. Одну башню, вторую башню. Ах, отстают мне так не слабо эти башни. Ух! Так, зайдем со стороны моря, ремкомплект, подзарядка. Импульс. Гады. А чего? Сейчас я вас снесу. Импульс. Ремкомплект. Заряд. Понял. Возвращаемся к безопасному для нас городу. Так, что, откуда? Ах, вы гады. Так, хорошо. Какие-то не очень прям большие запасы денег приходят нам от этого всего. Так. Ау! О, протонная ракета тоже туда нормально входит? Да нате вам тогда, нате вам! Не отходя от кассы... Оу, двое! Так. Так, против этого только вот это, хорошо. Опять враг.
Так видим, мы сделали два города безопасным для себя уже. Это не может не радовать. Ой, я что-то не то сбил. Фейерверк из тушек случился. Так. Держим. Наводим террор в городах. Хорошо. Этот город немножко уже более легко поддается. Теперь давайте этому городу устроим террор. Очень тяжело столицы захватываются, как я посмотрю. Так, инопланету... Происходит нападение на нашу. Как раз, ладно, восполним источники энергии. И война, я так посмотрю, вообще затратное дело. Понял. Ребятки, выдвигаюсь. Затратное дело и не, совсем не окупающее себя. Так, враги. Как минимум, мне нужно более мощное оружие иметь для этого всего. Потому что ништяки, в принципе, которые выпадают, не так уж прям и особо делают так, растение назад. Продолжаем оборону. Вторая серия войны у нас, затянувшегося конфликта с империей Гулганов. Но они сами начали с нами воевать. Я не хотел. Я обязательно попробую. В конце концов, я с ними пытался поначалу даже договориться. Тяжело. Тянем. Тащим. Затащили. Фух. Кое-как затащили. Наверное, давайте прекратим на некоторое время воевать. Наберем сначала немного денег для этого сейчас. Мы опять же покинем планету. Если на ней есть пряность, то нужно сделать, да, вот так обязательно. Подобрать пряность. И слетаем между делом до своих планет. Так, как раз на планету Осия тоже напали пираты. Как раз доберемся до этой планеты. Нам чего? А, нам сказали, что можем купить следующую звезду. Это хорошо, нехорошо, но нам пока не сильно интересно. Нам интересно защитить планету. Защитить планету, а также получить кучу-кучу ресурсов. А потом вообще нужно поставить убербашни на наши планеты. Когда-нибудь мы дорастем до этого обязательно. Что нас не будут мешать враги. Во всяком случае, мы будем с ними справляться более весело. Да что ж ты такой, не хочешь умирать-то? Так, быстро собрали. Дальше. Пошли дальше. Да, надо развивать колонии однозначно. Интересно, а импульсом можно по тебе? Не, нельзя. Это лазером можно. Нужно все время целиться.
Да, лазер не самое лучшее оружие. А вот такая штука, как ракеты, вполне себе нормально работают. Так, подзарядка, торговля. Угу. Не самая лучшая цена, но нормально. Ненормально, плохо поторговал на самом деле. Ладно, вылетаем из зоны действия планеты и летим обратно. Для того, чтобы собрать накопившуюся тут пряность, плюс еще у нас тут торговые маршруты, которые тоже, как видите, добавили нам. То есть соберем пряность, которая у нас накопилась на планетах. Да, и попробуем из этого сделать какой-нибудь бизнес. Да, мало денег дают. Мало денег. Ладно. Попробуем теперь получить с этого бонус какой-нибудь, выхлоп такой, на хороший. Так, вот, это уже немножко более нормальная цена. Так, что вы предлагаете? А, контейнер для пряностей, это хорошо, что это? Ужас, как разговариваете, просто ужас. Как будто бы у вас что-то где-то оторвали. Давайте с вами поговорим. Нету. Ваши цены на пряность меня не устраивают. Кстати, это новая их колония. Стоп. Что-то зафиксировали приборы. Очередной инструмент. Да, это очередной инструмент. Кристальный каньон. Стоп, у нас же был кристальный каньон. Может быть, какой-то другой кристальный каньон? Наверное, да. Давайте посмотрим. Во, отличная цена. До свидосик, ребятки. Казначей один. Накопил 500 тысяч, кажется, да? Ничего, ничего. Это ненадолго. Сейчас мы эти деньги протратим. Быстро, быстро. Не бойтесь. Так. Красная пряность. Ну, нормально, в принципе. А все для чего? Чтобы улучшить наш корабль. То есть мы сейчас его улучшим и, надеюсь, пряность только собрали, здесь больше делать нечего. Давайте попробуем куда-нибудь спихнуть. На планете Куин торговлю... Так, ну ременники просят, чтобы им помогли. Нет, у вас плохая цена. Нужно куда-нибудь спихнуть сейчас желтую пряность. И почему бы действительно этим не заняться нам именно на планете, где просят помощи. Как бы я сейчас опять Гроксы туда не напали, а? Кошмарные захватчики. Давайте. Так. А еще говорят, что мы можем купить эту систему опять. То у вас тут опять желтая пряность. Здесь мы, конечно, ничего не продадим. Что за уникальная планета найдена? В чем дело? А в чем ее уникальность? Так, ладно, разберемся сначала с военным состоянием здесь. Ребят, да вы сами прекрасно справляетесь и без меня. Вот я не знаю, чего вы меня звали-то, зачем? Смотрите, корабли сейчас их возьмут и уничтожат все без меня. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Идиотизм. Что меня звать было? Стоп. У вас есть что-то? У вас есть что-то более дешевое? Да, лазер здесь более дешев. И поэтому, конечно же... А вот
большая протонная ракета! Уху, она еще больше станет. Так, надо куда-то срочно спихнуть пряность, которую мы накопили. О, здесь красная пряность, и, возможно, здесь как раз мы сможем продать желтую. Да, не сможем, потому что, видимо, торговля с нами идет активная. Интересно, если здесь за 700 предлагается, сколько же мне предлагают дома? Наверное, за лям сейчас скажут, купи. А вот здесь нет торговли, и как раз красная пряность. По-моему, здесь сделка должна выгореть. Да? Нет? Так, что-то я перестаю понимать. Планета с красной пряностью, никаких торговых путей. Но купить желтую пряность у нас не хотят. Здесь, естественно, то же самое, да? Да, естественно. Здесь только... Если не вырабатывают зеленую пряность, видимо. Но желтая пряность им тоже не нужна. Так, у меня опять инопланетные захватчики. Ого-го-го. Так, давайте... потихонечку подбираться тогда домой по-быстренькому. Да вижу, я вижу. Держитесь, ребята. Держитесь. Мне тут еще рано. Надо еще собрать кое-что. Да, очередной инструмент. Зеленое небо. Все веселее и веселее. Так, но меня это мало интересует. Меня интересует действительно спасти свою планету. Даже сокращая путь. Не получится все сделать так быстро, как хотелось бы. Но пролетать мимо других планет тоже смысла нет. Это как минимум возможность найти того, кому спихнуть. Да, эти позитивные, видите, у них можно позитивные вещи покупать. А те вот негативные. Ого-го, ничего себе. С двух сторон нападение идет. А. Торговля как-то не канает. Я понял, лечу. Лечу на помощь. Так, и сразу нужно будет вторую отбивать. А что ж ты будешь делать? Попробуем лазером. Наш лазер теперь стал более мощным. И это хорошо. Это отлично. Так, выходим на вторую боевую позицию. Но ракеты безопаснее. Лазеры хорошо. Что? Что за такие мощные удары вы нанесли сюда? Что сразу город чуть ли не сдался. Да потому что, видимо, нечем защищать. Так, что? Что у нас здесь появилось? Да, 1 200 000 большую протону. То есть выгоднее все-таки у союзников покупать инструменты, чем у своих колоний. Ну, мы это учтем, обязательно учтем, когда будем накопим достаточное количество средств. Что, еще что-то? Еще где-то ништяк был. Где еще? Ага, вон. Еще. И еще где-то вкусность. Ну, честно говоря, денег тут не особо прям много вылетает
с кораблей вражеских, да? Вот, и следующую серию я хочу сделать с тем, чтобы в ней как бы поменять. Значит, хочу сделать два дизайна, да? То есть это будет на таком... Я буду делать два дизайна. Один дизайн для планеты Рутилан, кораблей, домов, построек, да? Это все будет на ускоренном просмотре. Вот. На ускоренном просмотре, значит, буду делать два дизайна. Для планеты Рутилан и для планеты Таллин. И поэтому буду ждать от вас комментариев, да, какими бы вы хотели увидеть там технологичными, там, не знаю, космическими какими-то здания эти. То есть будет делаться дом, ратуша и... этот, как его? Дом, ратуша будет делаться и... Так, все? Нет, не все. Ну ладно, соберем пока ништяки. Да, будет делаться дом, еще раз повторяю, потому что меня отвлекли. Ратуша и развлекательный центр. И также фабрика. Дом, ратуша, развлекательный центр, фабрика, да, вот. И какими вот вы хотите их видеть, я жду от вас сообщения для двух планет. То есть на быстром режиме быстрого как бы просмотра, то есть это будет, ну, на таймлапсе делаться. Вы знаете такой формат, у меня уже в некоторых других проектах он был, да и в Спорун был этот таймлапсик. И этот таймлапс будет как раз именно посвящен тому, как я буду делать именно такую вещь, как, ну, вот эти вот здания. Да. Вот, мне опять очередное задание, я поспешу на помощь. Уже за кадром все сделаю, помощь. А всем спасибо за просмотр. С вами был Ранур. Пока-пока и счастья вашему дому. До следующих серий.